предприятие «Энгельспецтрубмаш» стало резидентом особой экономической зоны «Узловая» в 2016 году. Мы приступили к строительству этого завода. В конце 2017 года мы завершили строительство и запустили производство. На сегодняшний день предприятие выпускает гибкие насосно-компрессорные трубы для нужд нефтегазового сектора экономики нашей страны. На сегодняшний день мы вышли уже на 80% плановых объемов своего производства. Сейчас продолжаем развиваться. Мы поставляем продукцию как российским компаниям, так и зарубежным. Имеем вот опыт поставки в Казахстан, Узбекистан, Украину, Румынию. Сейчас готовим поставки трубы на Ближний Восток. На предприятии на сегодняшний день трудится 86 человек. В основном это работники города Узловая и города Новомосковска.